Николай Васильевич, все, снимаю. Снимаю. Поехали. Поехали, мотор, Николай Васильевич, дорогое время эфирное. Поехали. От имени всех от общественности области поздравляю общественное движение родителей против наркотиков с наступающим годом. Желаю пожелайте что-нибудь. Здоровья хоть пожелайте. Терпения. Да нет, ну это какое-то такое дело. Ну хорошо, давайте начнем издалека. Николай Васильевич, как вы считаете, такое движение в Николаеве надо? Родители против наркотиков. Его никогда не было, кстати. Проблема с наркотиками в Николаеве страшная, жуткая. Нашу молодость называли вообще город наркоманов. А сейчас вообще называют Николаев молодежь не Николаев, а Нарколаев, знаете? Да нет, надо что-то коротко сказать, сказать. Ну коротко скажите что-нибудь, пожелайте что-нибудь и все. Что делать нашему движению, как вы считаете? Вообще эту проблему можно решить или она не решает? Вы же шахматист. Сколько? Эта проблема, кажется, как говорится, нужно комплексы решать. Сколько шагов тут надо, чтобы решить ее? Или уже все, мы уже в Сунцванге? Правильно я сказал слово, да? Сунцванг? Да. Как бы ни ходил, все равно проиграешь. Да? Это очень сложная проблема. Тут одним махом. Ну вылезти можно как-то или нет? Ведь если мы не вылезем, то хана. И уже без разницы, кто у нас тут будет мэром, кто у нас будет президентом, кому будет земля принадлежать, там, голубым или красным, или помаранчевым. Скажи мне, само вот движение родителей, сколько существует уже? Что говорите? Движение, сколько оно существует? Да полгода только начали. Полгода? Только начали, да. Но уже я вам хочу сказать, мало людей отказываются от вступления, и мало людей говорят, что да, нет такой проблемы. Хотя есть такие люди, которые вообще не понимают. Есть, но очень мало. Учитывая, что я снимаю практически, если не каждый день, то через день. У меня отснято материалов уже, наверное, ну я не знаю, ну сколько часов. Николай Васильевич, что делать? Все. Один вопрос вам задаю. Что делать? Как шахматисту, как человеку, который знает шаги наперед, вообще, что нам делать? Здравствуйте. Здравствуйте. Что нам делать? У нас, кстати, в движении не только родители, которые как бы попали в эту зависимость. Там есть вообще и не родители, у которых детей даже нет. Что вам еще? Ну, что, Паша? У меня два вопроса.